Ребята, всем привет, с вами Андрей Евколаев. Две недели назад начался Великий пост перед Пасхой, и мы решили приготовить вкусные блюда, которые можно есть в этот пост. Блюдо это греческое, как вы могли увидеть уже, называется лохана риза. Это тушеная капуста с рисом, и как ни странно, название так и переводится. Лохана по-гречески капуста, а риза это рис. Я не сомневаюсь, что будет очень вкусно. Давайте смотрим ингредиенты. Нам понадобится капуста, лук, морковь, лимон. Круглозерный рис, мы его уже промыли, петрушка, томатный сок, оливковое масло, соль, молотый черный перец свежемолотый и молотый кориандр. Как вы видите, ингредиенты прекрасные, поэтому приступаем. Ребята, начнем с капусты. Капусту нужно нашинковать. И не слишком мелко, и не слишком крупно. Итак, капуста у нас готова, теперь морковь. Морковь нам нужно порезать полукольцами. Теперь мелко нарезаем лук. Теперь выжимаем сок из лимона. Итак, у нас практически все готово. Берем оливковое масло, выливаем его в сковороду, включаем плитку и ждем нагрева. Теперь отправляем в сковороду лук и пассируем примерно 2-3 минуты. Ребята, прошло 3 минуты, а теперь добавляем морковь и тоже обжариваем 3-4 минуты. Ребята, теперь отправляем сюда капусту. Перемешиваем и тушим еще 5-7 минут. Ребята, у нас прошло 7 минут. Теперь отправляем к овощам рис, добавляем лимонный сок, нам нужно 3 столовые ложки. Отправляем сюда томатный сок, соль, ну на соль потом еще попробуем, ближе к концу приготовления. Так, свежемолотый черный перчик и кориандр. Сейчас все перемешаем, накроем крышкой и будем готовить до готовности риса, ну, примерно 20-25 минут, посмотрим. И при необходимости надо будет добавлять, ну, либо томатный сок, либо кипяток. Ребята, у нас прошло 10 минут, давайте посмотрим, что у нас там происходит. Да, забыл сказать, что все это мы хозяйство тушим на медленном огне, на слабом. Давайте перемешаем. Ага, процесс идет, но я думаю, что можно кипяточка немножко добавить. Поэтому мы подготовили. Сейчас чуть-чуть прям. Все, и оставляем дальше. Ребята, у нас до полной готовности осталось буквально несколько минут. И теперь нам осталось только нарезать петрушку для подачи. И увидимся уже на дегустации. Итак, ребят, у нас прошло 25 минут, у нас все готово. Давайте еще раз все перемешаем и будем накладывать уже. Вот. Посыпаем сверху петрушкой. Выглядит, конечно, аппетитно. Ребята, отличный вкус, слегка кисловатый, но греческая кухня любит кислоту, вот от лимона все, лимонные соки. Мне очень понравилось. Отличное блюдо не только для поста, но и в повседневной жизни. Ребята, поэтому обязательно приготовьте это блюдо. Получилось очень вкусно. И если вам понравилось это видео, мы будем рады вашему лайку. Вам это не сложно, а для нас это приятно и помогает также продвижению канала.
На этом мы с вами прощаемся, как обычно, неделю. С вами был Алексей. Всем здоровья, всем пока.